1981 году профессор Калифорнийского университета Ольга Матич собрала за одним столом, а потом опубликовала вот в этой книжке большую группу русских писателей-эмигрантов с абсолютно разными политическими и художественными взглядами. В президиуме конференции, посвященной русской литературе в эмиграции, сидели Владимир Войнович, Андрей Синявский, Эдуард Лимонов, Саша Соколов, Наум Коржавин, Виктор Некрасов, Юс Олешковский, Василий Аксенов, американский драматург Эдвард Олби, Сергей Довлатов и многие другие. Ольга Матич дружит с русскими писателями. Василий Аксенов, которому она в 1978 году помогала переправлять на Запад рукопись «Альманаха Метрополь», описал ее в романе «Круглые сутки нон-стоп» под именем «Милейшей калифорнийки». Эдуард Лимонов в рассказе «Контрольный выстрел» пишет: «Мы всегда с Ольгой друг друга уважали. Ему нравится ее готовность эпатировать окружающих, нравится, что у нее, как он пишет, был черный ревнивый любовник». Потом он, правда, слегка подтрунивает над ней за ее роман с нелюбимым Василием Аксеновым. Кроме дружбы с русскими писателями, Ольга Матич знаменита тем, что ее двоюродный дед, монархист и убежденный антисемит Василий Шульгин, дядя Вася, как его называли в семье, лично принимал отречение от престола у Николая II. Вот как рассказывал об этом сам Шульгин в полудокументальном фильме Фридриха Эрмлера 1965 года «Перед судом истории». Этот фильм так и не был выпущен на экраны. К счастью, в архиве Ольги Матич сохранилась его копия. Этот несчастный государь был рожден на ступенях трона, но не для трона. И это он прекрасно сознавал. У Николая Александровича не было качеств, необходимых для царя, властности и твердости. Шульгин был один из основателей Белой армии, но не с военной позиции, но там, в общем, были, знаете, идеологи и так далее. А мой дед, мамин отец, Белимович, он был тоже каким-то министром у Деникина. И они уехали, как говорится, они ушли с Врангелем. Можно ли сказать, что антисемитизм Шульгина носил религиозный характер? Нет, никакого. Это чисто политический антисемитизм у него был. У него были друзья евреи и в университете и так далее. Да, это было быт и политика в моей семье, в семье Шульгиных очень сильно расходилась. То есть это была богемная семья, она не придерживалась каких-то строгих устоев, патриархальных, правых и так далее. После переезда в Америку вы стали специалистом по русской литературе. Как-то получилось слишком просто, да. Я даже иногда мне стыдно, знаете, что я как-то... Это был слишком легкий путь. Что слишком легкий путь выбрала. Я жалею, что я не стала искусствоведом, потому что это то, что я больше всего люблю. Живопись. И в каком-то смысле, наверное, лучше все понимаю. Это мне, да? Ну, неважно, это уже поздно. Менять профессию мне поздно. Расскажите, над чем вы сейчас работаете? Я сейчас выпустила книгу, которая будет переводиться на русский, про Серебряный век. У Владимира Соловьева «Смысл любви», да, его. Там идея, что эротический накал, он не должен выражаться в соитии, пока не произойдет какое-то коллективное соитие всех, которое переродит весь мир. Блестящий философ, очень умный человек, талантливый и так далее, у него была такая дикая идея. Да? Я знаю, что вы дружите с Эдуардом Лимоновым, вы к нему очень хорошо относитесь, в отличие от большинства ваших друзей в России, которые считают его просто бандитом. Хотя теперь меняется, знаете, к нему отношение. Это интересно. Вот после того, как он отсидел, многие мои друзья раньше, когда я рассказывала, а я любила эпатировать, что я вообще немножко люблю, это шульгинская черта, между прочим. Мне кажется, многие из них теперь считают, что так как оппозиции в России все меньше и меньше, а в основном настоящей оппозиции нет, осталась одна оппозиция – это вот нацболы. А как вы относитесь к его политической платформе? Она мне не нравится. А что вам тогда в нем нравится? Я считаю, что это один из лучших современных писателей. И еще он мне всегда и продолжает нравиться лично.
Он очень порядочный человек, и он всегда про человека помнит. Знаете, он не нарцисс. Почти все писатели, да не только писатели, нарциссистические люди, да. А он нет. Хотя его поза публичная как раз такая, но не в общении с людьми. Вы... Ну, он страшно талантлив, это главное. Мне интересно с ним, знаете, это... Вы ведь не только специалист по русской литературе, но вы еще и персонаж произведений, по крайней мере, двух выдающихся русских писателей. Нет ли у вас желания написать статью, что-то вроде «Образ меня» в произведениях Аксенова и Лимонова? Ну, это тогда получится какой-то лимоновский текст, знаете. Ну, и прекрасно. Но у меня совсем не лимоновский склад, я другая.